Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводит конкурс литературных произведений, фотографий и рисунков «Мое родное Подмосковье». Творческие работы, посвященные теме дружбы народов, принимаются до 17 ноября. Конкурс «Мое родное Подмосковье» проводится в рамках реализации субсидий Федерального агентства по делам национальностей. Участники проекта должны отразить в своих работах тему дружбы народов, проживающих на территории Московской области, а также достижения межнационального мира и согласия между ними. Заявки на участие принимаются по электронной почте, указанной на вашем экране, а также по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, корпус 453. Также свои работы можно разместить в социальной сети Инстаграм с хэштегом «Родное Подмосковье». Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.